В преддверии Нового года каждый задается вопросом, что же приготовить, например, тарталетки с красной икрой, а где купить натуральную и вкусную, а главное полезную красную икру, конечно же, на выставке «Икра и рыба камчатская». На выставке представлено более 35 видов продукции – чевыча, белорыбица, палтус, тунец и, конечно же, жемчужина моря – красная икра, которая просто тает во рту. Привлекательная чевыча полезна для сердца и сосудов. Все из-за баланса жизненно необходимых нашему организму жирных кислот – омега-3 и омега-6. Только посмотрите на этот благородный цвет белорыбицы. Вся продукция коптится на натуральных опилках вишни, яблони и груши. Рыбка хорошая, можно бутерброд ее, эту белорыбицу. В качестве рыбки сомневаться не стоит. Вся продукция прибыла к нам самолетом прямиком с Камчатки, не в замороженном виде. Вкус и качество не передать словами. Каждый из покупателей знает, что берет рыбу, богатую витаминами и аминокислотами. Они улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет. Также благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Побаловать себя сейчас или оставить до праздников – решать только вам. Выставка «Икра и рыба камчатская» пробудет в Соликамске до 16 декабря включительно. Встречаемся у центрального входа в торговый центр ЦУМ. За качественной камчатской рыбкой только туда. Карина Волошина, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.